Одна вторая Rainbow Crush Chalice. Была надежда, что он покрасится, но она не оправдалась. Причем половина растет почему-то быстрее, чем его полная версия. То были съемки 8 месяцев назад. Где-то примерно через полгода эти чалисы, то ли отражением, то ли настройками, я не угадал, пересветились. Пересветились на макушках. Вот тут четко видно этот, как на макушке пересвечен, а остальное нет. Также был пересвечен и краш на макушке. Он обесцветился сначала, а потом начал краситься. И красится в те цвета, не пойми откуда, которые взялись. То ли они в нем сидели, то ли он успел нахвататься от соседей. От Майами или от Супермена, то есть где-то он нахватался. Причем эти чалисы друг друга не жалят, они мирно существуют. Так что, ну, вероятность такая, что какие-то зооксантеллы в него зашли. Будем наблюдать дальше, что будет преобладать у него. Пока даже очень картинка радужная. Чуть-чуть кусочки еще не заросли, которые очень пересветились и погибли. Но я думаю, они зарастут.